Добрый день, дорогие друзья! Это канал Поделки-самоделки, и сегодня я делаю новые чудеса. Превращаю мешковину и джуб в крокодилью кожу. Посмотрите, как я оформила личный дневник своей дочери. Итак, я купила обыкновенную тетрадку и удалила резинку. В принципе, ее можно было оставить, но только покрасить в нужный цвет. Обклеила края салфеткой белой и также всю поверхность тетрадки тоже белой салфеткой. Можно было сделать это с помощью бумажного полотенца, но я сделала салфеткой. Итак, все обклеено. Теперь я беру мешковину, которую нужно отбелить, накрахмалить или положить ее в клеевую водичку. 5 частей воды, 1 часть клея ПВА. И высушить, прогладить, и она будет очень жесткой и не будет сыпаться. Вот я обклеила свой дневничок будущий, получился вот такого цвета, он очень аккуратный. Теперь темная мешковина, она у меня тоже накрахмаленная, для того, чтобы она не сыпалась. Вырезала я вот такие детальки. Это будет лицевая сторона дневника. Сначала я приклеила в одном месте ножки, вот такие, обрисовала их немного вглубь карандашом и беру свой любимый таки-глю. И дальше будет наипростейшая работа. Я наношу таки-глю, вы можете использовать клей атлант или титан, если вы живете в России, и приклеиваю джут. Предварительно я промазала прозрачным клеем, чтобы он был без ворсинок. А сейчас я нарезаю всего одну ниточку. То есть я распустила джут на 3 нитки, также проклеила эти ниточки. И теперь с их помощью я делаю вот такие перегородки. Сейчас показываю, это целая нитка приклеивается. А перегородочки я делала из одной нитки. Все это лицевая сторона, еще раз говорю. То есть делаем имитацию крокодиловой кожи. Здесь тоже я вклеиваю вот такие полосочки, которые я уже нарезала. Все это делается очень легко и очень быстро. Теперь я сделала такой карманчик, тоже из отбеленного джута. И вырезала вот 2 черепашьи головы. Приклеила их с помощью горячего клея на отбеленную мешковину. И теперь будем украшать. Это верхняя часть моего личного дневника, который будет похож на портфель. Кстати, можно сделать и осеннюю поделку. Поделку в школу как портфель. Дальше продолжаю украшать. Посмотрите, какой будет у меня центр. Это здесь будет у меня застежка. То есть целой ниткой я проклеила все это. Теперь опять одиночная, одна ниточка. Делаю я перегородочки. Вообще очень легко все это делается. И я наделала очень-очень много разных колечек, разного размера, имею в виду, маленькие, большие, средненькие. И продолжаю делать имитацию крокодильей кожи. Приклеиваю эти колечки вот с одной, с другой стороны. Вот такой получился карманчик у меня. То же самое я делаю на лицевой стороне самого дневника, также точно с одной и с другой стороны приклеиваю. Это жгутик, который будет украшать края моего очень красивого дневника. Обожгла лишние ворсинки. И вот теперь аккуратненько с помощью горячего клея, чуть-чуть, капелька за капелькой, я наклеиваю этот жгутик. Теперь приклеим карманчик. Аккуратно. Я делала, я приклеивала только лишь самые края. И вот на сгибе серединку. И снова потом хорошо приклеила края,
чтобы они очень крепко, хорошенько держались. Теперь этот карманчик тоже нужно отделать жгутиком, что я, в принципе, сейчас и делаю. Обклеиваю, чтобы было красиво, и сразу видны очертания такие. Можно сделать таким образом сумочку. Теперь делаем ручку. Ручку я сделала из обыкновенной салфетки. Обрезала половину, отрезала вернее. Вот скрутила такой жгутик. Сделала формой ручки и оставила сушиться. Когда все это высохло, нужно будет сейчас приклеить на отбеленную мешковину. Вот я приклеиваю ручечку, ту часть, которая мне нужна, тот размер. Лучше это, конечно, делать на пергаментной бумаге, чтобы горячий клей не испортил ваш стол. Серединку тоже вырезаем обязательно. То же самое делаем с другой стороны. Приклеили. Лишнее по краям обрезать надо будет. И вот, добавляя в серединку горячий клей, я защипываю края, как пельменчик или как вареник. И снова украшение жгутиком. Теперь приклеиваем ручку. Берем маленький картончик, кусочек, прямоугольник, и обклеиваю я его вот такой цветной, красивой золотистой бумажечкой. Это будет застежка. И приклеиваю. Ну вот, в принципе, вся работа и готова. Посмотрите, чудесный, красивый дневничок у меня получился. Просто загляденье. Подружки лопнут от зависти, если вы принесете такой дневничок в школу. А также это замечательный подарок на любой праздник. И надеюсь, вам понравилась моя поделка. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими друзьями. А теперь хорошего настроения и пока-пока!